Здравствуйте, дорогие любители шахмат, подписчики моего канала на YouTube и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на учебное видео в шахматной школе Евгения Гриниса, бесплатной шахматной школе в интернете. Я отнес это видео к серии «Поучительные шахматные партии», но в нем присутствуют также элементы из полюбившейся серии «Выбираем правильный ход». Потом вы поймете почему, а кто-то, возможно, поймет, о чем я говорю. В этом видео мы вкратце ознакомимся с вариантом Найдорфа сицилианской защиты. Мы познакомимся с одной партией, которую я считаю очень поучительной. В этой партии нам встретится немало тактических позиций, которые мы используем для тренировки вашего комбинационного зрения и расчета вариантов. Но не ожидайте от меня показа всех возможных вариантов. Этот видеоурок, как и вся моя шахматная школа, предназначен тем шахматистам, которые хотят улучшить свою игру и, соответственно, не пожалеют для этой цели потратить время для работы над шахматами. В этом видео вам представится множество возможностей потренировать как ваши комбинационные способности, так и поработать над расчетом вариантов, что должно помочь вам улучшить свою игру. Во время данного видео я буду давать вам различные задания, решение которых или попытка поиска решения и должно принести вам максимальную пользу. После того, как будет задан вопрос или дано задание, вам надо сделать паузу в видео и попытаться найти решение. После того, как вы запустите видео снова, вы услышите от меня ответ с пояснениями. Таким образом, тот, кто действительно хочет улучшить свою игру, должен поработать над этим видео гораздо больше, чем оно будет продолжаться. На моем сайте greenis.de имеется много полезных партий для самостоятельного изучения, в том числе и по сегодняшним темам. Некоторые ссылки на соответствующие страницы сайта вы найдете в описании под видео, если развернете его полностью. Другие видеоролики по данной теме вы сможете найти в плейлистах, ссылки на которые я также помещу в описании под видео на YouTube. Кроме того, их можно будет увидеть в графических примечаниях в конце данного видео. В анализе и оценке различных позиций в этом видео мне, как и всегда, будет помогать мой друг-гроссмейстер с рейтингом примерно в 2700, которого я в дальнейшем буду называть просто «компьютер». Для вас это может означать, что вы как бы берете урок у настоящего гроссмейстера. Хочу предупредить, что в этом видео возможны паузы с моей стороны, которые могут быть вызваны очень большим количеством вариантов. Если я буду говорить медленно, то это мой обычный темп речи, и я буду говорить так, как я всегда говорю. Кого это не устраивает, может мои видео не смотреть. Возможно, на других каналах на YouTube вам покажут такую партию, как эта, за 5-10 минут. Я не вижу смысла в простом демонстрировании красивых партий, потому что преследую несколько другие цели. Поэтому это видео будет длиться столько времени, сколько необходимо
для достижения поставленных целей. Сколько бы вы ни слушали концерт музыканта-виртуоза, вы хотя и получите удовольствие, но вряд ли сами станете лучше играть на скрипке. Так же и в шахматах. По моему мнению, без кропотливой самостоятельной работы, от просмотра сотен видео даже сильных шахматистов, вы хотя и получите удовольствие, но вряд ли станете лучше играть в шахматы. Поэтому мы начинаем работать над шахматами. В партии, которую я хочу вам показать, белым цветом играл экс-чемпион мира Михаил Таль, а его соперником был советский гроссмейстер Игорь Платонов. Таль начал ходом Е4, последовало С5. Кстати, обратите внимание, ходы белых в этом видео показаны зеленым цветом, а ходы черных – красным цветом. Как в партии, так и в примечаниях. Я буду говорить, когда речь идет о примечаниях или о партии. D4. CD, конь взял на D4. Конь F6. Конь C3. H6. Это называется вариант Найдорфа в сицилианской защите. Черные делают выжидательный ход. И смотря на то, как белые будут продолжать, черные могут ходить в ответ или Е7, Е5, или Е7, Е6. Белые сыграли в этой партии слон g5. И этот ход как раз направлен, помимо прочего, на то, чтобы затруднить черным ответ Е5. Кроме этого хода, давайте быстренько посмотрим, какие еще ходы есть у белых, которые знает теория в этой позиции. Слон Е3. Слон Е2. И как раз на ход слон Е2 черные могут ответить ходом Е5. Это называется вариант Болеславского. И у меня было несколько видео специально о варианте Болеславского. Можете их найти и посмотреть, кого это интересует. Если черные не хотят играть вариант Болеславского, они обычно продолжают Е6. И это построение шевенингенского варианта. Слон c4 игралось в этой позиции. f4 также. f3 в настоящее время довольно популярный ход. g3 вариант фианкета. Встречался в этой позиции также ход А4, чтобы сразу противодействовать ходу Б5 черных. И также ход H3. Значит, как я сказал, в партии было сыграно слон G5. И черные пошли Е6. Это, в общем-то, самый популярный ответ в этой позиции. А то, что слон g5
препятствует ходу e5, мы можем посмотреть. Например, белые могут ответить слон берет на f6. И вот первый вопрос. Как вы бы, какой фигурой или пешкой вы бы взяли в ответ? То есть ходом gf или ходом ферзь берет на f6. Ферзь берет на f6, вероятно, несколько лучше. Белые могут сыграть конь d5, ферзь d8, конь e2 можно пойти, слон e6, конь c3. С некоторым перевесом у белых, так как белые контролируют поле d5. После gf белые могут сыграть конь f5. Например, после слон берет на f5 еф, конь c6, конь d5, слон g7, слон c4. У белых перевес в связи с контролем поля d5. В партии был сделан ход e6. В этой позиции самый популярный ход за белых, который не был сделан в этой партии, это ход f4. Так, например, играл даже Борис Спасский против Роберта Фишера в их матче на первенство мира в Рейкьявике. Ну и это действительно самый популярный ход, поэтому я вам покажу немного, несколько ходов черных в этой позиции. Значит, вот такой ход ферзь b6, который любил делать Фишер, а также Гарри Каспаров в этой позиции, где белые жертвуют пешку на b2. Есть также ход b5. Это очень острая система Полугаевского. Слон e7, пожалуй, самый популярный ход. Конь bd7 встречался ход. Ферзь c7. И реже ход конь c6. Но Михаил Таль решил сыграть по-другому. И он сделал ход ферзь f3. Это редкое продолжение. Но он хотел, вероятно, сделать сюрприз своему противнику. И ход направлен, скорее всего, на то, чтобы быстрее сделать длинную рокировку. Без хода f4. Надо сказать, что эти противники играли еще одну партию, где Таль играл белым цветом на несколько лет позже. И у них встретилась такая позиция. И Таль в ней сыграл f4. И партию выиграл. В этой партии он пошел ферзь f3. В этой позиции черные играли h6, как было сыграно в этой партии. Также встречались ходы слон e7 и конь bd7. h6 также ход, известный в теории. Причем черные не боятся того, что белые сыграют слон берет на f6 и сдвоят черным пешки.
И согласно теории, в этой позиции белые продолжали слон h4, как и было сыграно в этой партии, и также слон e3. А ход слон берет на f6 делался крайне редко на высоком уровне, потому что черные отвечают в этой позиции. Ферзь берет на f6. И белые должны поменять ферзей, если они хотят испортить черным расположение пешек. А иначе ход слон бьет на f6 вообще не имел смысла. Gf. И эта позиция неплохая для черных. Черные стоят не хуже. В сицилианской защите известна такая структура Ботвинника. И Ботвинник как раз шел на такую позицию, на такое пешечное расположение. А в этой позиции тем более, потому что разменены ферзи, и окончание будет выгодно для черных. У черных два слона, потому что белые отдали своего слона на f6 за коня. И хотя пешки сдвоены, это не будет иметь большого значения, а вот два слона будут иметь значение, особенно чернопольный слон черных, у которого нет оппонента. И он в будущем может стать очень сильной фигурой. И Ботвинник как раз это использовал. В партии было сыграно слон h4. И Платонов ответил конь bd7. Другой известный ход здесь слон e7. После конь bd7 Таль делает длинную рокировку. Это все по теории. Черные ответили ферзь c7. И эта партия, кстати, характерна вообще для сицилианской защиты, потому что черные планируют рокировать в короткую сторону, и короли будут на разных флангах, соответственно, будут атаки на разных флангах, и вот этим и известна сицилианская защита, почему ее любят играть, потому что получаются острые позиции с обоюдоострыми шансами. Другой ход, который встречался здесь, ход слон e7. Ферзь c7. Таль играет слон e2, выводит фигуру. Слон e7. Ладья на e1. Другой вариант известной теории — это ход ферзь e3, на что черные отвечали g5, слон g3, конь e5. Это тоже теоретический вариант. Компьютер дает белым небольшое преимущество в этом варианте. Ладья e1. Платонов играет здесь g5. Слон g3. И конь e5. Значит, вероятно, черные пошли g5, чтобы коня на e5 нельзя было так просто согнать, скажем, ходом f4. А отдавать за него слона невыгодно. Слоны, как вы, может быть, знаете, несколько ценнее коней. И поэтому
Значит, здесь конь напал на ферзя, Таль играет ферзь e3. Можно сказать, что здесь начинается теоретический вариант, так сказать, который основан только на этой партии. И все, что было сыграно в этой партии до определенного момента, вошло в теорию. Независимо, хорошие были ходы или не очень. Поэтому все следующие ходы, они как бы теоретически именно в данной, начиная от этой позиции. b5 играет Платонов. И Таль здесь ответил ходом a3. Значит, препятствует ходу b4. Но это продолжение, хотя его также сделал бы, наверное, и компьютер. Но оно несколько тоже рискованное, потому что в будущем черные сумеют сыграть b4. И они сумеют открыть для себя линию b. Ее использовать в атаке на короля. Другой возможный ход был здесь f3. Защитить пешку на e4, чтобы на b4 можно было уйти королем, хотя компьютер считает, что в этом случае черные получали небольшой, незначительный перевес. a3 было сыграно. Это важный ход. То есть, в общем-то, в сицилианской защите его делают не всегда. Ладья b8. Видите, черные пока даже не рокируют. Король остался в центре. Потому что Платонов считает, что атаку на него белым будет трудно создать. Из-за того, что ход f4 не ведет. Потому что конь e5 должен будет уйти, а при таком мощном коне на e5 черные не боятся оставить короля в центре. Таль играет f3, а ход ладья b8 готовит продвижение b4. f3, защищая пешку на e4. Черные сыграли конь f на d7, подкрепляя как бы коня e5. Но возможно, что лучше было сыграть конь h5, чтобы противодействовать ходу f4 и в дальнейшем. Напасть на слона, и слон должен, наверное, уходить. Но Платонов решил сделать ход конь d7. И Таль играет f4. И после взятия слон берет на f4. По крайней мере, белые открыли для себя линию f. Конь на e5 стоит прочно, но открыта линия f, а черные не рокировали. b4. Черные атакуют на ферзевом фланге, где находится белый король. Вот они вскрыли для себя линию b. Поэтому эта партия характерна для сицилианской защиты, когда белые рокируют в длинную сторону. Вот такая острая игра получается. В этой позиции белые могли теоретически взять на h6 пешку. Но Таль так не сыграл. Но мы давайте посмотрим варианты после хода слон берет на h6. Например, черные могли сыграть конь b6. И неприятно угрожать ходом конь на c4. Причем два коня смотрят на c4. А после конь на c4 черные еще и пешку b2 атакуют. И вот если бы в этой позиции белые пошли b3,
не давая черным сыграть конь c4, то у нас первое задание. Как бы вы здесь отвечали на месте черных? Посмотрим эту позицию со стороны черных. Ход черных, как бы вы здесь продолжали? Какой ход вы считаете здесь сильнейшим за черных? Сделайте паузу, а я буду продолжать сейчас и в дальнейшем без пауз, исходя из того, что вы паузу сделали, и запустите это видео тогда, когда вы примете какое-то решение. Получите какой-то ответ или решение этой позиции. Когда вы включите видео снова, вы услышите то, что я сейчас буду говорить. Сильный ход в этой позиции за черных. Ладья берет на h6. Используется такой тактический мотив, который называется отвлечение. Ферзь белых защищает коня c3 и защищал слона на h6. И поэтому черные его отвлекают. Ферзь берет на h6. И тогда черные берут коня на c3. Они уже имеют, в общем, материальный перевес. Две фигуры за ладью с пешкой. Ну и кроме того, у них атака на короля. Например, надо сейчас убирать коня d4. Он находится под боем от двух фигур, например, конь f3. Черные играют здесь ладья берет на b3, используя связку пешки c2, которая не может взять ладью. Например, ферзь h8, шах, слон f8. Это единственно правильный ход в этой позиции. Мы вернемся к этой позиции. А сначала посмотрим такой вариант. Король d7. Задание. Выберите из двух ходов. За белых. Ферзь берет на e5. Или конь берет на e5 шах. Я сказал в начале видео, что здесь будут мотивы из моей серии «Выбираем правильный ход». И вот это значит, я вам даю на выбор, в данном случае, два хода. Один из них не был сделан в партии, потому что мы рассматриваем вариант. Обычно это бывает, что ход сделанный в партии. Но в данном случае один из этих ходов сильнее. И вот выберите из двух ходов. Ферзь берет на e5 или конь берет на e5 шах. Посмотрим ход. Конь берет на e5 шах. Черные отвечают король c7. Уходят королем. Белые берут на f7. Так как конь e5 был связан, белые берут, предлагая размен ферзей, но следует ход e5. И теперь у белых нет защиты от такого маневра ладья a3 и ладья a1 мат. Защиты
от таких ходов у белых нет. Значит, после конь берет на e5, это ошибка. Белые проигрывают. А вот ход ферзь берет на e5. Очень сильный, правильный. Черные отвечают здесь слон, g5, шах. Здесь следующее задание. В этой позиции выберите из следующих ходов. Конь берет на g5. Ладья d2. И ферзь берет на g5. Сделайте паузу, а я продолжаю. Конь берет на g5, проигрывает. После ферзь берет на e5. Конь ушел, не защищает ферзя. И белые проигрывают. Ладья d2 проигрывает после хода. Слон берет на d2 шах. Конь берет на d2. Если король d1, то после ладья b1 ставится мат. После конь берет на d2. Черные берут ферзя. Потому что исчезла ладья, которая связывала пешку d6. Теперь пешка d6 не связана и может спокойно взять ферзя. Значит, мы смотрели. Ферзь берет на g5. Мы еще не посмотрели. И это сильнейший ход за белых. Ферзь b2 шах. Король d2. Ферзь c3 шах, король c1. И это ничья. Вечным шахом. То есть здесь никто не может выиграть эту партию. Это вечный шах. Значит, ничья была только после хода ферзь берет на g5. Остальные ходы проигрывали. Возвращаемся к партии. Или еще не возвращаемся. Нет, я сказал, что мы вернемся к позиции. Значит, после ладья берет на h6, ферзь берет на h6, ферзь берет на c3, конь f3. Следует в этой позиции ход ладья берет на b3. Ферзь h8, шах, слон f8, сильнейший ход. Король d7, в общем-то, ошибка. При правильной игре черных после слон f8 компьютер показывает абсолютно выигранную позицию за черных. Ну, опять же, здесь такой маневр, как ладья
А3 и ладья А1 мат, от которого белые не могут защититься. А вот теперь возвращаемся к партии после хода ладья F1. Будем дальше ее пока смотреть со стороны черных. Черные ответили ферзь B6. Нападают на пешку B2. И Таль ответил здесь ходом B3. Компьютер сыграл бы здесь конь B3. Он предлагает такой вариант с разменом ферзей. И считает, что позиция равна. Но здесь получался сицилианский эндшпиль. А в сицилианской защите известно, что упрощение позиции в принципе к выгоде черных. То есть вот размен ферзей в сицилианской защите выгоден черным. У белых не будет никакой атаки на короля без ферзей. И обычно сицилианские эндшпили, вот как обычно, может в частном случае, конечно, быть и иначе, но, как правило, они лучше черных, для черных. То есть черным выгодно разменивать ферзей и стремиться к эндшпилю. И поэтому это не соответствовало стилю Михаила Таля. Такой ход конь b3, после которого размениваются ферзи. Не для этого он играл сицилианскую защиту. А так как пешка b2 висит, то Таль сделал ход b3. Это конец теоретического варианта. Дальше теория ничего не записала. А в партии в этой позиции Платонов сделал хороший ход конь g6. Это сильный ход. И компьютер, кстати, если ему показать эту позицию, нет, он видит ход конь g6 и в принципе считает его, ставит его на первое место, но оценивает позицию как равную. И после конь g6, значит, Таль сыграл здесь слон h5. Ну и Таль, наверное, многие знают, был очень агрессивным шахматистом, очень тактически зорким шахматистом и с отличным комбинационным зрением. И он проводил часто атаки с жертвами и не боялся и фигуру пожертвовать. Вот. И часто эти его комбинации носили интуитивный характер. То есть он рассчитывал на то, что противник во время партии не сможет найти правильную защиту от его комбинаций. Может быть, они не всегда были корректными. Но он говорил, что комбинации бывают корректные или мои. Вот так он характеризовал. И вот он делает агрессивный ход слон h5 в характерном для Таля стиле. Компьютер, правда, считает этот ход в общем-то ошибкой. После конь g6 он рассматривает ходы g3, конь f3, ну такие компьютерные ходы, король b2, а Таль сыграл агрессивно. Пусть даже компьютер видит что-то лучше.
Например, вот конь F3 считает компьютер лучше, чем слон H5. Но после конь берет на F4, ферзь берет на F4, слон B7, конь D2, конь E5. Значит, он оценивает позицию как немножко лучшую для черных. То есть компьютер не боится того, что после слона, вернее, после конь F3 и все такое, он не боится, что возможны какие-то удары на поле F7. Он все это просчитывает. Вот конь F4, ферзь F4. И он не боится, что тут что-то с полем F7 произойдет. Тут вроде у белых полуоткрытая линия, и на ней ладья и ферзь. А после того, как здесь станет конь черных на e5, то все будет защищено. А у черных вот в такой позиции есть угроза хода слон g5. И вот можете это запомнить, потому что эта угроза будет играть роль и в данной партии. Слон h5 тоже нацеливается на поле f7. При случае может быть удар такой, конь берет на e6 даже, и нельзя будет взять коня пешкой, потому что на g6 конь тогда можно будет без защиты. В общем, ход в стиле Таля. Здесь у нас черные сыграли ладья берет на d4. Черные взяли коня. Задание. Выберите из двух ходов. Так. А где эти ходы? Сейчас надо посмотреть. Что-то я потерял. Ага, да. Ладья берет на d4. И ферзь берет на d4. Вот выберите из этих двух ходов в этой позиции, значит, со стороны белых. Кстати, заметим, что ладья берет на d4, это сильный ход. Значит, и посмотрим еще другое продолжение за черных. Например, e5 с нападением на две фигуры. В этом случае последовал бы ход конь d5. И мы видим, позиция обострилась. И здесь, кстати, еще одно задание для вас. Мы вернемся к предыдущему заданию. В этой позиции у вас задание, это вариант. Выберите здесь из ходов ЕД или ЕФ. Значит, варианты мы используем также для тренировки комбинационного зрения, расчета вариантов. И поэтому сделайте паузу, выберите из двух ходов. То есть, какую сторону надо брать пешкой? Брать коня или слона? Посмотрим ошибочный ход. ЕФ. Почему он ошибочный?
как вы здесь ответили бы за белых на ход ЕФ? Белые могут сыграть ферзь c3. Они нападают на ладью b4 ферзем и конем, нападают на слона c8. Хотя сейчас у черных лишняя фигура, но они почти ничего не могут сделать. Например, на ладья берет на d4. Белые берут ферзя. Ладья берет на d1, ладья берет на d1. Конь берет на коня. И у черных три фигуры за ферзя. Но следует ферзь c6 шах. И ферзь берет коня. И у черных только две фигуры за ферзя. И у белых еще кроме этого и атака, и атака на пешке черных. В общем, позиция черных по оценке компьютера абсолютно безнадежна. А вот ход ЕД, взятие ЕД, было лучше в какой-то степени, но белые могли сыграть ферзь d2. Снова нападают на ладью. Уходят ферзем из-под удара. А у черных висит ферзь и ладья. Ферзь a5. Ферзь берет на b4. Ферзь берет на b4. Конь берет на b4. Черные еще могут взять здесь слона. Но ладья берет на f4, и даже слон g5, такая связка. Связка ладьи, на которую белые ответят конь d5. Защитят ладью, и после слона f4, конь берет на f4. Слон b7. Ладья берет на d4. Белые выиграли пешку, но компьютер оценивает их перевес больше, чем в пешку. Потому что у черных слабы все пешки. Они все изолированные, и поэтому еще и лишняя пешка у белых, и лучшая позиция. Так, мы должны вернуться к ходу позиции после ладья берет на d4. Здесь у нас было задание, как сыграть, ладья берет на d4 или ферзь берет на d4. Если взять ферзем, то следует размен ферзей. У белых лишнее качество. И в этой позиции задание для вас. Выберите из ходов конь берет на f4 слона или e5, нападая на две фигуры. e5 ошибка. Следует, значит, пешка нападает на две фигуры, на ладью и на слона. Но следует ход ладья c4. Это, можно сказать, промежуточный ход. Ладья ушла из-под удара пешки, напав на слона c8. То есть, если черные возьмут на f4, они потеряют слона c8. Есть, правда, у черных такой ход, конь b6, нападая на ладью и защищая одновременно слона. Тоже как бы промежуточный ход, так как черные не берут сразу
на f4. Тогда белые брали бы с шахом тоже промежуточный ход. Конь берет на c8. И теперь они могут убрать слона из-под удара. То есть белые отдали не целую фигуру, а отдали качество. В результате получается позиция равная по материалу, но она в пользу белых. У них и конь может встать на d5, и пешка нашей слабая, и в общем два слона, перевес двух слонов в открытой позиции. В общем, компьютер дает черным здесь довольно значительный перевес. Это был ход e5, а вот ход конь берет на f4 в этой позиции давал черным преимущество. Например, ладья берет на f4, и тогда следует связка, о которой я говорил чуть раньше, слон g5. Связывается ладья. Можно сыграть только g3. И следует удар e5. И теперь одна ладья, правда, может отскочить с промежуточным ходом. Но после конь b6 в этом случае белых уже не спасает. Они могут отдать ладью за слона, но ладью f4 они не смогут убрать из-за связки. И поэтому в этой позиции у черных значительный перевес. Это были варианты, а в партии было сыграно на ладья берет на d4. Михаил Таль сыграл ладья берет на d4. Задание. Выберите в этой позиции из двух ходов, как было сыграно в партии. Так. Конь берет на f4. Или e5. Значит, e5, нападая на две фигуры, или конь берет на f4. e5. После e5 следует ход ладья c4. После конь берет на f4 ладья c8 шах. Значит, все это как промежуточные ходы. Слон d8 надо играть. И ферзь f3, к примеру. У белых лишнее качество и выигранная позиция. В партии был сделан ход конь берет на f4. Ладья взяла на f4. У белых лишнее качество. И вам надо выбрать из ходов слон g5. С такой вот связкой. Или e5. Нападая на две ладьи. Как вы думаете, какой из этих ходов был сделан Игорем Платоновым в партии?
Рассмотрим сначала ход Е5. На Е5 белые бы сыграли ладья берет на Ф7. Здесь следующее задание. Выберите из ходов ЕД, взятие ладьи с нападением на две фигуры, или слон G5 со связкой ферзя. Ну, после ладья берет на F7, белые угрожают каким-то отскоком этой ладьи с шахом от слона. Скрытый шах грозит. Но насколько он серьезен, неизвестно. Например, на взятие ладьи последовал бы ход ладья H7 шах. Шах от слона. В этой позиции, если бы черные пошли король f8, они получали мат. Ферзь берет на h6 шах, на король g8, ферзь g7 мат. Значит, это не такой простой отскок, как кажется. Надо играть король d8. Ладья берет на h8 ладью, шах. Теперь у черных два хода. Слон f8. Или король c7. Король c7 проигрывает. Белый играет конь d5 шах. После король b7 забирают ферзя. Черные, правда, берут белого ферзя пешкой. Но после конь берет на c8. Белые выигрывают. У них лишняя ладья. Плюс пешка. Значит, это вариант, где после король c7 белые выигрывали ходом конь d5. После ладья берет на h8 шах, черные могут пойти слон f8. Тогда, значит, у черных пешка нападает на ферзя и на коня. Но белые могут сыграть ладья берет на f8 шах, конь берет на f8, ферзь f2, нападая на коня f8 и сохраняя связку, даже черные не могут взять коня на c3, и белые смогут пойти конем на d5. И материально у белых только одна лишняя пешка, но позиционно выигранная позиция. После конь d5 и с угрозой ферзь f8, позиция черных безнадежна. Значит, в этой позиции это все после хода Е5 было. Ладья F7. И, в общем-то, здесь черным надо играть слон G5. Это правильный ход. После ладья H7 шах. Король f8 надо играть.
Потому что король d8 проигрывает. Из-за ладья h8, король c7. Ферзь берет на g5. За слона отдается. И теперь конь d5 шах. Коневая вилка. Конь b6. И конь c8. И у черных подавляющее материальное преимущество. У белых, точнее. Значит, это был вариант после d7. Значит, слон g5 правильный ход. Но после ладья h7 шах, король f8 надо играть. А не король d8. После ладья h8 берет на h8 шах, король g7. У белых сейчас огромный материальный перевес, но связан ферзь. Надо отдавать ферзя за слона. Ладья берет на c8. Черные берут ладью ферзем. Ладья c7, связывая коня. Значит, у черных небольшой материальный перевес, но позиция эта равна. Компьютер показывает равенство здесь. Например, после хода, скажем, король h6, нападая на слона и развязываясь. И получается, что у белых ладья, слон и пешка за ферзя. Значит, в партии было сыграно, был сделан правильный ход. Сильнейший ход — слон g5 вместо e5. То есть Платонов e5 не сыграл, а сумел разобраться в этой позиции и пошел на такую связку по диагонали c1 h6. Таль играет здесь. Слон берет на f7 шах. Задание. Выберите из трех ходов. Король f8. Король e7. И король d8. Какой ход был сделан в партии? И почему? Давайте начнем с хода король f8. Значит, это самый слабый ход. Белый играет, слон берет на e6 с шахом от ладьи. Теперь два хода: пойти королем на e8 или взять ладью сразу. Ну, если взять ладью слоном, ферзь берет на f4 шах. Ферзь f7 шах. И здесь, в общем-то, тихий ход. Конь d5 с нападением на ферзя и с угрозами, если, например, взять ладью ферзем, то ферзь e7 мат. То есть конь d5 в таких вот вариантах очень сильный ход
смертельный. После слон берет на e6, лучше пойти король e8, чем слон f4. Тогда конь d5. Смертельный удар. Ферзь отходит, скажем, на c5. Можно сыграть даже g3. Защитить надежно ладью f4. Компьютер дает белым здесь очень большой перевес. У черных король под атакой. Мощный конь на d5. И, в общем-то, здесь белые ничего не могут, черные ничего не могут сделать. Выигранная позиция для белых. Следующий ход мы смотрим. Не сделанный в партии. Король e7. Здесь я переверну доску. И задание у нас: найдите лучшее продолжение за белых в этой позиции. Белые могут здесь сыграть, сделать очень сильный ход. Слон берет на e6. Посмотрим варианты. Ну, если взять королем на e6, ферзь h3, шах. Если здесь пойти королем в центр, то мы знаем, наверное, что в центре король обычно получает мат. И в этом случае тоже ферзь f5, шах. Король берет на d4, ферзь d5, шах. Белые отдают все на свете, но ставят мат. Можно было еще так сыграть. Ладья d5, шах. Отдать другую ладью и поставить вот такой мат. На ход раньше. Значит, после ферзь h3, шах, король e5 проигрывает сразу. Король e7. На король e7 следует ход конь d5, шах, коневая вилка с нападением на короля и на ферзя. Конь берет ферзя. Слон берет на f4, шах, промежуточный ход. Или промежуточный шах, можно сказать. Король b1, конь берет коня. У белых, то есть у черных, три фигуры за ферзя и две пешки. Но ферзь h4, шах, двойное нападение на короля и на слона. Надо играть слон g5, защищать короля и убрать слона. Но следует ладья берет на d6, шах. И уже ферзь и три пешки за три фигуры, плюс атака на короля. Безнадежная позиция у черных. Ну и ход. Значит, это все были варианты после король e7. А в партии был сделан ход король d8. Вот этот сильнейший ход нашел гроссмейстер Платонов. Разобрался в том, что проигрывал ход король f8. Это было видно сразу. Но также и ход король e7. Аталь, конечно, при своей жертве предыдущей рассчитывал на подобные варианты.
Король d8. Виталь играет. Вернее. Момент. Король d8. e5. Потому что после король d8 черные угрожали ходом e5. Нападение на две фигуры. Они там угрожали. И поэтому Таль играет e5. Мы поворачиваем доску. Это значит, что следует задание. Выберите из ходов DE, конь берет на E5, или ладья F8. Один из этих ходов был сделан в партии. Подумайте, сделайте паузу, а я продолжаю. Взятие пешкой DE проигрывало. После ладья берет на D7 шах. И это вскрытый шах с нападением, со вскрытым нападением на ферзя. После ферзь берет на b6. У белых всего-навсего лишний ферзь. Правда, после слон берет на f4 с шахом, король b1. У белых ферзь за ладью, но абсолютно выигранная позиция. И черные беззащитны. Значит, ход D берет на E5, проигрывал сразу. Ход конь берет на E5. Тоже плохой. Следует ход ферзь берет на E5. Используя связку пешки D6, которая не может взять ферзя. После слон берет на f4 шах, ферзь берет на f4, у белых лишний конь. Значит, белые выиграли фигуру. Таль бы с удовольствием пошел на такую позицию. Но в партии черные сделали сильный ход, ладья f8. И черные выигрывают фигуру после этого хода. Здесь выберите ход за Таля. Выберите из следующих продолжений. ЕД6. Е берет на Д6. H4. Атакуя слона. Или конь Е2. Ход ЕД проигрывает. После ладья берет на F7. Используя связку ладьи F4, ферзь берет на E6. Ферзь берет на D4 ладью.
Ферзь берет ладью на f7. Тогда размен ферзей. И у черных подавляющее материальное преимущество. Два слона за три пешки белых. Значит, из предложенных ходов ЕД — это самая грубая ошибка. H4. Это также слабый ход. Слон берет ладью. Ферзь берет. Ладья берет на f7. Это снова отвлечение ферзя. Ферзь защищает и слона, и ладью. После ладья берет на f7. Он не может разорваться. Ферзь берет на f7. Ферзь берет ладью на d4. После ЕД ферзь берет пешку на d6. И у черных лишний слон за пешку. Тоже большое преимущество. И последний ход. Это конь e2. В общем-то, единственная защита за белых. Так и сыграл Михаил Таль. Значит, после конь e2 если пойти здесь, конь e2, секундочку. Ладья берет на f7 было сыграно. Связка ладьи на f4. h4 сыграл Таль. Слон берет на f4. Конь берет на f4. И черные выиграли фигуру. Это фигура слон на c8. Который пока не принимает участие в игре. И мы переворачиваем доску. Это значит, что следующее задание для вас. Выберите из следующих ходов за черных. DE. Конь берет на e5. Или d5. Как вы думаете, как было сыграно в партии? DE. Ошибка. Причем грубая. После ладья берет на d7 с шахом. Король d7. Ферзь берет на b6. Еф, ну, у черных, то есть у белых, очень большое преимущество. Ферзь за ладью и слона, но компьютер дает довольно большое преимущество белым. Конь берет на e5. Проигрывает после ферзь берет на e5. Вернее, компьютер не считает, что это сразу так проигрывает. Но ферзь берет на e5, сильнейший ход. И у Таля был бы здесь перевес. При равном материале, но пешка на d6. Под боем двух фигур. Компьютер дает преимущество белым. Хотя еще не подавляющий. Но в партии был сделан ход d5. Это лучшее продолжение. Хотя черный слон остается в заперти. Но этим ходом черные
сохраняют как бы лишнюю фигуру. Таль пошел g4, ладья g7, g5, размен на g5. Как черным здесь надо играть, чтобы реализовать свой материальный перевес? И это не так просто. У черных не так много хороших ходов. Задание. Выберите из следующих ходов. Ладья берет пешку на g5. Король e8. Король e7. Конь f8. Или конь c5. Значит, сразу 4 хода на выбор. И только один из них правильный, ну, по крайней мере, ход, который сделал гроссмейстер в партии. Давайте начнем с неправильных ходов. Ладья берет на g5. На этот ход следует конь берет на e6 шах. Ферзь берет на e6. Ферзь берет на g5 с шахом. И компьютер оценивает эту позицию как равную. Две фигуры у черных за ладью и пешку. И компьютер считает, что вот после король c7 позиция будет равна. А в других случаях после король e8 или ферзь e7 он дает маленькое преимущество белым. То есть черные этим ходом, ладья берет на g5, выпускали весь свой перевес. Следующий ход, который мог быть сделан, конь f8. Защищая пешку на e6. Тогда белый или таль мог бы здесь пойти. Конь берет на d5. ЕД. Ладья берет на d5 шах. Со вскрытым нападением на ферзя b6. Белых и черных спасает ход король c7, защищая ферзя. Ладья c5 шах. Король d7. Ладья d5 шах. Ладья c5 шах. После король d7 была бы ничья. А в случае, если бы черные не захотели ничей и хотели бы большего и пошли бы король b7, то после ферзь f3 шах двойное нападение на короля и на коня. Король b8. Ну, у белых ладья c5 под боем, поэтому следует промежуточных шах. Ладья берет на c8 шахом. И теперь ферзь берет на f8 с шахом. И ферзь берет на g7. И белые оставались с тремя лишними пешками. То есть конь f8 фактически проигрывал во многих вариантах. И
Таль бы играл эту позицию белыми, конечно. Теперь есть два хода из тех, что были предложены на выбор. Например, король Е7. Этот ход не был сделан в партии, но он, в принципе, неплохой. Например, G6, конь F8, ферзь C3, нападая на слона. Конь берет на G6, ферзь C8, конь берет на F4. Это, в общем-то, сильнейший ход, потому что ферзь берет ладью. Плохой ход ведет к ничьей, вечным шахом. Например, ферзь C8, ничья. А в случае король F8, черные проигрывают после конь берет на Е6. Коневая вилка. И следует мат в два хода. Значит, в этой позиции правильный ход. Конь берет на F4. Ладья берет на F4. Ферзь E3, шах с нападением на ладью. Ферзь берет на F4. И оказывается, что у белых ничьей нет. Король G5. Значит, нет вечного шаха, а у черных лишняя ладья. И, значит, черные выигрывали здесь. И даже после хода король E7. Но в партии был сделан другой ход. Это ход король E8. Тоже хороший ход. Значит, гроссмейстер Платонов тоже рассчитал, нашел такой ход, король Е8. Очень сильный, для того, чтобы сохранить материальный перевес. И не попасть на такую, на тактику, которую мы до этого посмотрели. Таль ответил. Конь h5. Нападает на ладью g7. И угрожает еще такой шах конь f6. Задание. Выберите из двух ходов. Ладья берет на g5. Или ладья h7. Какой из этих двух ходов был сделан гроссмейстером Платоновым в партии? Ладья берет на g5. Была бы ошибкой. Ферзь берет на g5. Но идея типа отвлечения. Потому что вот тогда берется ладья на d4. Но после ферзь g8, ферзь g5, шах снова. Получается ничья вечным шахом. А вот взятие слона в этой позиции было ошибкой. Следовало ферзь a1, шах. Король d2, ферзь берет на e5. И коню некуда ходить. Конь h5. Попадается в сетку. Вот в таких позициях, когда на месте ферзя стоял бы слон, он бы этого коня, то есть как бы он бы ему тоже не давал ни одного поля. А когда здесь стоит ферзь и нападает на коня, то это выигрыш коня, потому что защиты этого коня, например, ходом ферзь h8 у белых нет, так как ферзь поле h8 также держится черным ферзем. То есть в этом варианте бы выиграли черные, но после
ферзь g5 правильного хода была ничья вечным шахом. А значит, ход ладья берет на g5 плохой для черных, так как он выпускает их перевес. И в партии был сделан ход ладья h7. Это сильнейший ход. В этой позиции, если бы таль пошел g6, нападая на ладью, отдавая коня, чтобы после g7 проскочить ферзи, но здесь есть ход просто король f7, потому что король находится близко от пешки. Он задерживает пешку, а материал у черных уже две лишних фигуры. То есть это был бы плохой ход. После ладья h7 таль пошел конь f6 шах. И партия как бы вступает в следующую фазу. Конь берет на f6, еф. Таль создал себе две проходных пешки, которые уже находятся близко к полю превращения. У черных лишний слон, который пока, в общем-то, и не, как бы не играет. Но он защищает что-то, пешку e6 как-то защищает. Он еще не сделал в этой партии ни одного хода. Но он лишний. И ход сейчас черных. Платонов играет ладья h1 шах. Король b2, правильный ответ. Но теперь Платонов играет ладья h4. Связка ладьи. Что делать белым? Значит, беда Михаила Таля в этой позиции, что он не может как-то отойти этой ладьей, например, на d3, потому что следует размен ферзей. И после размена ферзей черные остаются с лишним слоном, а король задерживает пешки. Ну, собственно, там, ну да. Король и ладья, наверное, тоже задерживают пешки. И с лишним слоном черные выигрывают. И поэтому нельзя отходить ладьей. Таль сыграл c3. Защитил ладью. Задание. Ход черных. Выберите из ходов. А кстати еще, ну да, если, например, здесь таль пошел бы f7 шах, то следовало, правильный ход был король f8, более точно. А, значит, c3, и вот задание: выберите из ходов. Ладья берет на d4, размен ладей. Или ладья h2 шах. Какой из этих двух ходов был сделан в партии? Ход ладья берет на d4 не был сделан. CD. Например, здесь, если пойти король f7, ферзь d3, угрожая шахами, шахом с поля h7, ферзь b4, ферзь h7 шах, король e8, ферзь g8 шах, король d7, f7, и пешка уже почти превратилась в ферзя, но черных спасает то, что они могут дать вечный шах. После ферзь берет на d4. Получалась ничья. Но черные с лишней фигурой в этой позиции. Поэтому, видите, ладья, надо было рассчитать, что ладья берет на d4. Вообще после cd по компьютеру
сразу равная позиция. Вот он уже видит здесь, что это ничья, потому что угрозы белых провести пешку, и еще в лучшем случае черные сами смогли сделать вечный шах. В партии был дан шах ладья h2 шах. Платонов не меняет. В этой позиции проигрывал ход король c1. После ответа ферзь берет на b3. Нет защиты от матов. Значит, после ладья h2 надо играть король a3, как и сыграл Михаил Таль. И король белых против собственной воли пошел вперед. Черные ответили здесь ладья c2. Напали на пешку c3, или, в общем, сделали такой ход. Хотя в этой позиции это по компьютеру это не сильнейший ход. Компьютер рассматривает ходы a5, например, он считает пешкой вперед. Он рассчитал много вариантов, потому что тут надо считать и ходы пешками, например, f7 шах, надо рассчитывать, тут очень много. Поэтому, может быть, поэтому и Платонов сыграл ладья c2. Ну, здесь, в принципе, вот компьютер все равно дает белым, черным здесь значительное преимущество. Здесь он считает, что белые могли пойти ферзь d3 с такими вариантами. Ферзь опять шах. Вот для чего ладья c2 было сыграно, чтобы после ферзь опять шах пешка c3 была под боем двух фигур. Ладья a4 надо защищать. Ферзь c5 еще с такой шах есть. Ладья b4. Теперь, правда, ладья g2 сильнейший ход. Значит, задерживая пешку. g6, ладья g4. g7. И король f7. Ну, вот так, в принципе, задерживались пешки. А, например, вот g6 была ошибка. Если пойти сразу g6, ферзь c5 шах. Здесь так, если пойти королем вперед, то сразу ставится мат. Или слон d7 мат, или ладья a2 мат. b4 надо сыграть. И теперь ферзь берет на c3. Размен ферзей и пешки задерживаются. Потом ладья становится на g3, сзади пешек, король близко, а у черных все-таки лишний слон. Таль ответил ферзь h3. Он хочет пойти типа ферзь h8 и обрушиться на короля черных. И плюс у него две проходных. Здесь черные сыграли в партии. Ферзь опять шах. Вынуждают ход ладья a4. Теперь ферзь c5 шах. И практически единственный ход ладья b4. Ход черных. Задание. Выберите из двух ходов. Ферзь берет на c3.
или А5. Ферзь берет на c3. После этого хода следует ферзь берет на c3. Ладья берет на c3. Теперь ладья h4. Значит, ферзей удалось разменять, но теперь ладья подключается к атаке на короля. Ладья, плюс пешки. Проходные. Ладья h4. Ладья g3. Ладья h8 шах. Здесь такой интересный эндшпиль. Ладья с проходными пешками, а у черных лишняя фигура. Оказывается, что ход король d7 проигрывает партию после f7. Поэтому на шах надо играть только король f7. Ну и теперь белым лучше всего дать вечный шах. Поучительным образом. Например, если в такой позиции пойти король h8, то после g6 белые выигрывают. Ладья f3, ладья h7 шах, король h8, f7 шах, ладья h8 шах. Теперь можно даже забрать лишнего слона. Например, e5, теперь дать шах, ладья g8. И превратить пешку в ферзи. Этот способ стоит запомнить, потому что он может встретиться в партии. Проходные пешки плюс ладья и даже лишняя фигура у белых. Но после король f8 правильного хода g6, e5, шах. Если здесь черные сделают ошибку и пойдут король e8, шах отсюда, g7 с шахом, и получаются похожие варианты. Белые выигрывают. Опять же, только такой ход здесь спасает. Король g8. Но это уже речь идет о спасении. Потому что выиграть здесь даже с лишней фигурой черные уже не могут. Им, дай бог, сделать ничью. Две пешки на шестой линии, вот такие для белых, они, в принципе, часто равны ладье по силе. Потому что в эндшпилях, когда такие две пешки против ладьи, ладья не может их остановить. Если король не участвует в том, чтобы остановить пешки, находится где-то далеко, ладья не может такие две пешки остановить. То есть можете для себя сделать заметку. Две пешки на шестой линии равны ладье, или можно сказать, сильнее ладьи. Вот в данном случае, может быть, единственными ходами черные еще удержали позицию. Но в случае какой-то ошибки, вот как здесь, король e8, отойдя чуть-чуть от пешек, они проигрывали. А это значит, что ход ферзь берет на c3 упускал выигрыш. Вот вроде пешку забрали, упускает выигрыш. Ну, Игорь Платонов разобрался в этом и сыграл А5. Теперь Таль начинает пытаться сделать ничью. Ферзь H8, король D7,
ферзь со всем шах он сыграл. И даже двойное нападение на короля и на ладью. Король c6 было сыграно. Италь берет ладью. Но следует также взять и ладьи на b4. Король a2. И черные берут пешку на c3. Значит, у них тоже проходные пешки и фигура лишняя. Но у белых две сильных проходных. И они играют g6. Черные сыграли e5. И они готовят первый ход чернопольного слона c8 в этой партии. Вывести этого слона. Он был лишним, но простоял всю партию, не сделав ни одного хода. f7 пошел таль. Слон e6. Вот слон сделал первый ход. Ферзь. d3 было сыграно. В случае ферзь берет на c3, чтобы поставить еще одного ферзя, следовало ферзь c2 шах, король a1, ферзь берет на g6, то есть проходная пешка надежда белых исчезает, и позиция выиграна для черных. Италь сыграл здесь не ферзь бьет на c3, а ферзь d3. Задание. Выберите из ходов c2 или ферзь f2 шах. Подумайте, посчитайте варианты. Как бы вы здесь продолжали и как было сыграно в этой партии, как сыграл гроссмейстер Платонов. c2. Ошибочный ход, выпускающий победу. Следовало ферзь а6 шах. Король c7. Ну, я пока тут, возможно, и другие отходы короля, но показываю вам один из вариантов компьютера. f8 шах. f8, вернее, ферзь. Ферзь берет на f8. Ферзь a7 шах. Король c6. Ферзь a6 шах. Король d7. Ферзь b7 шах. Король e8. Только не надо мне писать и задавать вопросы, а как было бы, если бы черные там пошли не так, как я показываю. Я не могу вам все варианты показать. Результат этой оценка этой позиции. Белые делают ничью во всех вариантах. Ну, точными ходами. Вот ферзь b4. И ферзь b7. Вечный шах. Оценка даже вот этой позиции компьютер оценивает как равную после хода c2. То есть этот ход выпускал преимущество полностью. В партии было сыграно ферзь f2 шах. Это сильнейший ход. Король А3. Ферзь А7 шах. Также сильнейший ход. Король Б4. Ферзь С5 шах. Король А4. Здесь последовал ход С2. Таль ответил
ходом f8 ферзь. Задание. Выберите за черных из ходов ферзь а7 шах или ферзь берет на f8. Последняя надежда Таля заключалась в том, что черные побьют ферзь на f8. Ферзь давал шах с а6. Диагональный шах с b5. Снова диагональный шах. Снова диагональный шах. Нет хода короля f7, что спасает белых. Надо играть король d7. И белые не берут ферзя, а снова дают шах с b7. И дают вечный шах. Ход ферзь берет на f8, мог выпустить из рук материальный перевес. Но гроссмейстер Платонов играет здесь ферзь а7 шах. Два ферзя у белых. Вот такие позиции создавал Михаил Таль. Король b4. Ферзь b7 шах. Если пойти король c3 здесь, то черные превратят пешку в ферзя с шахом. И белые проигрывают здесь. При четырех ферзях у черных все-таки лишний слон. Король а4. Это все было в партии. И здесь черные поставили четвертого ферзя на доске. Кто не знает, из, может быть, начинающих, которые смотрят эту партию, что на доске может не обязательно может быть один ферзь с каждой стороны. По правилам может быть и 9 ферзей. Если 8 пешек вы проведете ферзи, то у вас будет 9 ферзей. А здесь по 2 ферзя у каждой стороны. И если теперь сыграть ферзь e8 шах, то черные закрываются ходом слон d7, становятся в засаду. И если даже тут был бы какой-нибудь шах, я его, кстати, не вижу. Но если бы он даже был, король бы отошел от шаха, и слон давал шах белому королю. Таль сыграл ферзь f на f1. Ведется игра с четырьмя ферзями. Платонов разменял одну пару ферзей, так как у него лишний слон. Он играет ферзь а7 шах. Король b4. Ферзь c5 шах. Король a4. И теперь, конечно, много ходов вело к победе за черных. У них выигранная позиция. Но самый точный ход из всех был сделан в партии. Король b6. И здесь Михаил Таль сдался. Могло последовать, например, b4. Ферзь c2 шах, король a3. После d4 грозит как ферзь b3 мат, так и ферзь a2 мат. Защиты нет. Таль это увидел здесь и сдался.
Значит, в этой партии черный король был менее защищенным, чем белый. Но черные выиграли. Почему? Им удалось выиграть фигуру. И хотя эта фигура как бы не играла никакой роли, этот слон c8, почти в течение всей партии, но, значит, и черный король должен был все время смотреть за тем, чтобы не попасть под огонь белых. Но тем не менее, как говорится, фигура есть фигура. Даже плохая фигура. Проблемой белых было то, что они не могли разменяться. Они не могли пойти на размены. Вот там была позиция, когда я сказал, что разменивать ферзи белым было нельзя, потому что тогда эта лишняя фигура сразу играла бы роль в этой партии. А без размена ферзей получилось так, что в конце белый король оказался в опасности, а не черный. То есть белый король попал в больший переплет, чем черный король, который, казалось, был незащищенный. И это решило партию. Значит, кроме того, что вы тренировались всю эту партию в тактике, все видео, точнее сказать, то эта партия поучительна тем, что когда оба короля открыты, но какая-то сторона имеет материальный перевес, потому что другая сторона пожертвовала материал, чтобы как бы открыть короля черных, то при правильной защите вы можете и выиграть партию. Не всегда выигрывает партию тот, кто жертвует фигуру, а часто тот, который терпеливо защищается, как в этой партии гроссмейстер Платонов против самого Михаила Таля. Даже талант Михаила Таля не помог ему сделать хотя бы ничью. Итак, в этом видео мы с вами посмотрели одну поучительную шахматную партию, кратко познакомились с вариантом Найдорфа сицилианской защиты, встретившимся в данной партии. И я надеюсь, что вы смогли потренировать ваши шахматные способности, в том числе комбинационное зрение, тактические способности и расчет вариантов. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube и пишите комментарии к видео. Если вы захотите способствовать популяризации этого видео, то вы можете поместить его на ваших собственных каналах на YouTube или в социальных сетях. Некоторым моим подписчикам удается даже помещать целые мои плейлисты на своих каналах. Все это очень важно для повышения степени популярности моих видео. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до следующих встреч.